Так, это у нас оцинковка 0,5, да? Это белый металл. Ну, грубо говоря, крашеная. Крашеная оцинковка 0,5 мм. Сейчас смотрим качество реза. Как нож. Ножу уже больше 2 лет. Да, и качество реза идеальное. Так, сейчас мы... Это у нас, ну, длина маленькая, правда, да? Пробуем гнуть сантиметровую полку посередине... Хотя, по идее, он как бы... Вы можете 7 мм загнуть, но надо по-другому переставлять будет. Да, загнул без проблем. Причем это посередине, да, где самый слабый прижим. Ну, даже да. Тут сильный прижим по краям. Да. Ну и металл, соответственно, не 2,5 метра. Ну, гнет. Да. Когда он новый был, я на нем и 5 мм подгибал. По-новому. Ну, 2 года. Так, сейчас мы пробуем на длину 2,5 метра загнуть полку в 1 сантиметр. Смотрите? Так, да, все, смотрим. О, идеально, да? Так, на всю длину загнул. Сейчас мы покажем это прямо. Сабли нет, да? Сабли нет. Станок работает уже сколько? 2 года. 2 года, да. Может, по минимуму не знаю, как он заходит. Так, и сейчас пробуем с другой стороны отогнуть. Ну, это я не знал. Видите, 5 мм взял. Но я имею в виду, что это, если бы я чуть побольше. Ну, сантиметр бы взял точно с той стороны. Это и еще прижим же меньше стал. То есть мы когда меняли, то он все равно меньше.